25, рост ее 165, вес 52,4 килограмма. Она призер Кыргызстана по панкратиону, кандидат мастера спорта по панкратиону, кандидат мастера спорта по ММА. У нее 2 победы и 1 поражение. Из Кыргызстана встречайте Бактыгуль Курманбекова! Прямая красный угол клетки ее соперница. Ей 27, рост 162, вес 52,55 килограмма. Она чемпионка Казахстана по ушу санда, мастер спорта по жек-пежек, мастер спорта по тхэквондо. У нее 2 победы, ни 1 поражения. Из Казахстана встречайте, вот она, Аян Турсы! Рефери данного поединка в октагоне Пауржан Жуманов, Узбекистан. На середину. Тигрицы, правила боя знаем, не нарушаем. Слушаем мою команду внимательно. За шорты и шинкерты сетку не хватаем. После команды стоп, прекращаем все действия. Покажите честный и красивый бой. Пожалуйста. Балжан Жуманов, рефери этого противостояния. Именно этим поединком открывается серия мейн-карта сегодняшнего «Октагон 43». Аян Турсын в красном углу октагона, Бактыгуль Курманбекова в синем углу октагона. Именно Бактыгуль Курманбекова была инициатором. Переходи на О. Жаңы топтамында ғана. Яндекс Плюс қатталусы 90 күнгі ақысыз. Музыка жана подкасттарды угу менен ырахаттан. Фильмдерді жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудиокитептерді оқу жана оқ. Тезірек қошыл, Яндекс Плюс қатталусын 90 күнгі белекке ал. Переходи на О. Саға керектіуінің бары алдыңқы оператордың бір елі тарифінде. Этого противостояния вызвал после своей победы в рамках турнира в «Октагон» Аян Турсын. Ни очку, ни за очку, именно так она сказала. Но Аян в разговоре перед началом этого поединка, за день до этого поединка, сказал, что никаких обид на такой вот вызов не держит. Но сейчас мы видели очень заряженную, настроенную на победу Аян Турсын. Турсын одна из самых титулованных спортсменок смешанных боевых единоборств в Казахстане. Все, что можно было выиграть по любителям внутри страны и за пределами, а я Турсын сделал, и поэтому следующим шагом было, конечно же, переход к профессионалу. 2 победы, 0 поражений у Аяны и 2 победы, 1 поражение у Бактыгуль Курманбековой. На 2 года старше своей соперницы Турсын. Выходит на этот поединок после побед и Курманбекова, и Турсын. Турсын оформила нокаут вечера. Один из нокаутов вечера, по крайней мере, на этом, на прошедшем ивенте, в котором принимала участие. Ищет момента, ждет момента Бактыгуль. Лоу-кик от Курманбековой. 1.5 минуты позади. Пока что никто из спортсменок не обостряет события. Джеб в корпус от Турсын. Побыстрее на руках, на мой взгляд, Аян. Особенно в комбинациях это чувствуется. Такая широкая стойка у Бактыгуль Курманбековой. Ждет, выжидает. Сейчас после лоу-кика пыталась выбросить оверхенд Турсын, но руки были на месте у Бактыгуль Курманбековой. Пытается раздергать так по-боксерски Аян свою соперницу. Лоу-кик по внутренней части бедра. Нащупывает свою оппонентку. Спортсменка из Казахстана. Чем же ответить Курманбекова? Курманбекова, конечно же, также имеет любительский опыт, но по сравнению с Турсын, конечно же, он менее скромен. Снова лоу-кик по внутренней части бедра.
Такой тулкик вместо джеба. И чаще использует торсон именно для проверки дистанции. 2 минуты остается до первой пятиминутки. Такое нервное напряжение все равно присутствует. Не только лишь в октагоне, но и за ее пределами. И поддерживает Аян Турсон. Много болельщиков здесь. Первый размен. И в этом размене, кажется, было лучше. Турсон, по крайней мере, один из боковых ударов точно достигает цели. Курманбекова выглядит более зажатой на фоне своей титулованной соперницы. Но, опять-таки, не забывайте, что это смешанное боевое единоборство. Перчатка намного меньше. Четырехунцовые перчатки могут, конечно же, прилететь и шальные удары. Но сложно, конечно же, конкурировать в бою против Аян Турсон, которая очень технично передвигается всегда. Не выбрасывает лишних ударов. Знает, куда бить. Знает, как точно бить. И, как правило, в этой своей категории маленькое количество досрочных побед нокаутом. Но вот Аян Турсон свой последний поединок доказал, что в ударной технике ей нет равных в этом дивизионе. И, кстати, рассматривается лига как одна из главных претенденток на пояс чемпиона в весе соломники до 52,2 килограмм. Минута остается до окончания первого раунда. Наверное, более лучшие моменты были у Аян Турсон в этом раунде. Я думаю, что не будет сомнений, что судьи отдадут победу именно спортсменке красного угла. Но опять-таки минута всего лишь. 45 секунд остается. Может все что угодно произойти. Первый клинч. Тайский клинч от Аян Турсон. Прихватывает шею. Но здесь в клинче здорово досталось Турсон. Тридцать секунд остается. Ну, для Бахтуль Курманбекова это также большой поединок на самом деле. Она получит должное внимание своей персоне. Бэкфист. И, по всей видимости, потряс этот удар. Слишком размашистая атака идет вперед. Турсон может сейчас совершить ошибку. И тейкдаун оформляет Курманбекова. Бахтыголь. Но я не думаю, что это очень сильно повлияет на исход первого раунда для судей. Но, тем не менее, тейкдаун оформила именно Бахтуль Курманбекова. Слишком подалась эмоция, на мой взгляд. А я в последнюю секунду. Узгертим же верю демимкен. Алгаш краунтон. Қортынсы бойынша әрине біз екінші раундты тамашалауға дайымыз. Тұрсының стилін білесіздер, көп күресі құрмет. Оу, маңдайды қараңыздар. Аянның да маңдайында. Соққыныңызды қалған екен екінші раунд. Тұрсың әрине қазір күрестен аулақ болуға тұрса. Бақтыгүл жалпы күрестен қашпайды. Женіске жеткен жекпе-жектерінде дәл осы күрестің арқасында қарсыластарына басым болған еді. Не, тағы да аяқтың ұшында жеңіл қимылдауға тырысады. Тұрсын және қашықтықта жүріп осылай соққылармен атқылап қашықтықта ұстап ұпай жинауға тырысатын болады. Міне, Тұрсынның стилі осы. Әуесқойлардан әлі толықтай ММА-ге бейімделген стиль деуге келмейді. Қарсыласына тым жақындаудан да сескеніп отыр қазір Тұрсын. Жақындап қалған кезде Құрманбекова да қапы қалмайды, байқасаңыздар. Әсіресе клинчте соққыларды көрмейді. Не, Құрманбекова да өзі алған пұлды. Тым алыстан әрине тейкдаун жасауға алқынды, бірақ Тұрсын күресінден қасы жатқан жоқ қазір. Өте жақсы. Құрманбекова да қапы қалған жоқ. Земен соққы жасап үлгерді. Қазір сәл белсендірек күресуге тырысатын болады. Түсінемші Бақтыгүл екінші раундтан бастап. Қазір бір өзгерістер керек. Дәл осылай Тұрсынның
стилінде тұрсының ойын ойнап жүрсе, онда женгізге шырайды деген сөз. Бұны өзі де түсініп отыр. Сондықтан қазір екінші раундта күл өзгерістер еңгізу қажет. Қарсыласымен күлісімен қалып. Өте жақсы. Бұрында тұрып қалғаны қарамастан бақты күлде қапы қалып жатқан жоқ. Соққыларын тигізуде. Аян қарсыласына жақындаған кезде бәлкім көп тұрып қалатын шығар. Тағы да көріңіздер ме? Шабуылдаған сияқты еді тұрсын. Тигізді соққыларын, бірақ уақытында қашықтықты үзіп шығып кете алмады. Бірден Құрманбекованың жауабын көрдік. Бұндай сәттерде міне қапы қалып жатқан жоқ. Қарымта шабуылдар Бақтығының орындауында бар. Өте жақсы. Міне Аян. Міне бұл эпизодта әрине тұрсын. Әлдеқайда жылдам болды. 2 минуттан астам уақытымыз бар әлі. Бүгінгі карттың, негізгі карттың алғашқы жекпе-жегі. Міне, осындай бір провокациялардың арқасында да қазір кейде Аянды өзіне қарай шабуылдауға, қателесуге мәжбүрлеуде. Гайкиден соққы, қапталған жоқ және Аянның қателігі бұл жерде. Өте жақсы. Бақтыгүл қазір керемет шабуыл ұйымдастыра алды. Бір жарым минуттай уақытымыз бар. Бұл раундта Құрманбекова алғашқы раундқа қарағанда біраз ашылып та үлгерді. Бірақ өзі шабуылда, өзі бірінші нөмірлі болып істегенде қалай болар еді? Басымдылықты міне рефериді екеуінің бүйтіп айналшықтып жүргенінен шаршаған сияқты. Сәл батылдырақ қимылдаңдар, шабуылдаңдар. Друзья, давайте поддержим наших спортсменов. Алтай термелеуде. Бұл да әрине реферидің жұмысы. Өте жақсы. Тағы да міне соққы жоқ, бірақ ығыстыра бастады. Жақында кетсе өте жақсы. Міне Бақтыгүл контрпанчер рөлін өте жақсы атқаруда. Аянды өзіне қарай тартып алып шабуылдаған кезде, шабуылдап болғаннан кейін барып өзі де соққыларын дартуда. Бұндай раундтарды қалай бағалау керек сонда? Бұған дейінгі екі жекпе-жегінде Аян Тұрсынды былай қинаған спортшы жоқ сияқты. Тым алыс, міне тағы да шабуыл жасайтын ғой, бір қашықтық жоқ, керемет. Де жоқ, болмай қалды, Бақтыгүлде қапталған жоқ. Соңғы секундтар, стоп. Екінші раундта өз мәресіне жетті. Бұл раундта да шыны керек жеңімпазды анықтау. Атау қиын бұл раундты. По всей видимости, Бақтыгүл Құрманбекова получает огромное удовольствие этого поединка. А вот не скажешь об этом, Аян по выражению лица. Аян Тұрсын более настроенный и грозно смотрится на фоне своих соперниц из Кыргызстана. Даже умудряется и так вот обменяться любезностями во втором раунде показала, когда что удар был слишком далек от цели. Когда Аян Тұрсын произвела удар с вращением. Последний, третий раунд этого поединка. Кто бы мог подумать, что Бақтыгүл Құрманбекова продержится все. Ну, не все, но, по крайней мере, точно два раунда. Потому как слишком уж разный уровень в техническом арсенале и навыках Тұрсын Құрманбековой. Отличная комбинация сейчас была от Бақтыгүл. Слышим мы голос Анели Токтагоновой, секунданки Бақтыгүл Құрманбековой. Поддерживает она
свою подопечную. Что произошло сейчас? Пальцем попало в глаз, я так понимаю, или что произошло? А, это Вазеленко, по всей видимости, после перерыва Катманов. Слишком много было на лице Бахтыгуль. И попал в глаз. Продолжается поединок, пытается завести себя Бахтыгуль Курманбекова. Снова ищет момента Турсун. Идет вперед, сокращает дистанцию, пытается выбросить правый боковой удар. Аян. Еще один лукик по внутренней части бедра. Отличная комбинация. И пыталась закончить серию свою лоу-киком спортсменка из Казахстана. Да, быстрее, конечно же, на руках, на входе и выходе сразу же после своей комбинации. А я, но вот как раз-таки в эти моменты Курманбекова не успевает контратаковать. Попытка проведения тейкдауна проходит в одну ногу, прихватывает. Удастся ли сейчас сделать посадку? Оформляет перевод в партер. Да. Отличная работа от Бахтыгуль Курманбекова. Необходимо сейчас всеми силами удерживать свою спортсменку, соперницу в партере. Здесь пытается за счет броска через бедро провести контрприем уже сама Аян Турсун. Но просто вцепила свою оппонентку Курманбекова. Максимально сейчас не дает возможности разорвать клинч. Но здесь все-таки смогла развернуть свою оппонентку. Сама уже Турсун к сетке октагона. Проводит тейкдаун и оказывается практически в позиции бокового контроля. Нет. В гарде оказывается Турсун. Но это уже позиция намного лучше, чем была ранее. Девяносто секунд до окончания третьего раунда. Необходимо сейчас наносить удары Турсун, иначе рефери может поднять бойца в стойку за отсутствием активности. Если сигналов таких не будет. О-о-о, сейчас угроза со стороны Курманбекова треугольника. Проходит ноги, пытается занять полноценный боковой контроль Турсун. Выставляет ногу для защиты Курманбекова, но безуспешно. Поворачивается спиной и бэкмаунт. Неужели сейчас будет попытка удушающего за спиной со стороны Аян Турсун? Нет, решает нанести удар. Не удается сейчас развернуться. Необходимо сейчас лицом повернуться своей сопернице Курманбековой, но снова теряет позицию. Да и Турсун также не может закрепиться. 40 секунд остается до окончания этого поединка. Возвращаемся в позицию бокового контроля. Такая ужасная гематома на лбу у Бахтыгуль Курманбековой после первого раунда. Не совсем помню, в каком именно моменте произошло. Но достаточно серьезно, мне кажется, гематома. 20 секунд остается. Не форсирует события. Турсун встает на ноги Курманбекова. И шея остается в захвате. Опасно сейчас для Курманбековой. Может провести удушающий прием. Еще одно колено в клинче. И поединок заканчивается. Дает сейчас волю своим эмоциям Аян Турсун после уже гонга третьего раунда. Ну а мы ждем официального решения судей по итогам всех этих трех захватывающих раундов. Вне зависимости от победы в этом бою, давайте поблагодарим обеих спортсменок за это прекрасное зрелище. Тем самым, единогласным решением судей, победу одержала спортсменка
из красного угла октагона Аян Турсын! Және Аян Тұрсынға біраз бүгін қиыншылықтар тудыра алды бұл спортшы. Ал бұл жекпе-жек әрине сөзсіз бүгінгі турнирдің үздік жекпе-жегі атануға лайықты. Алда әлі төрт жекпе-жек бар. Асықпайық, бәлкім бар. Бұдан кейін де...